Вновь привет всем, с вами профессор Гуглов. И сегодня мы с вами поговорим о тараканах. Нам, в общем-то, не за что любить тараканов, но однажды они спасут человеческие жизни. Ну, не конкретно эти, а роботы, созданные наподобие тараканов. Тараканы так назойливы, потому что могут пробираться в дома через мельчайшие отверстия. Но что если это хорошее качество? Что если рой робот-тараканов можно будет отправить в места катастроф? Например, землетрясений, чтобы находить заваленных людей. В этом и есть замысел создания этого робота-таракана, строение которого похоже на строение живого таракана. Это CPCM, сжимающийся робот со счлененными механизмами. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли сдавили настоящего таракана, чтобы заполучить его секреты. Простите за это. И спроектировали робота, который может то же самое. Теперь не боится деформации не только его раковина, но и гибкое моторизованное тело. Его ноги продолжат движение, несмотря ни на что. Эта версия еще довольно большая, но в будущем должны появиться целые рои миниатюрных роботов, несущих на себе камеры, GPS и другую технику, чтобы успешно отыскивать выживших под завалами. Только представьте, как рады вы будете увидеть рой тараканов в такой ситуации. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал. Увидимся.